У нас здесь отделение рассчитано на 20 мест, хотя фактически у нас на мест больше, то есть у нас имеется на 20 мест, это 14 женщин и 6 мужчин, плюс у нас есть бокс, то есть это в ночное время, любой обратившийся к нам здесь будет помещен, и также 2 места, это у нас могут матери с детьми быть, то есть вот это количество людей. В настоящее время у нас находится 18 человек, 2 места свободных, это место женские. А как, вот скажите, пожалуйста, а как вы решаете проблемы людей? Ведь они сюда приходят, у них могут быть документы. Совершенно верно. То есть у нас здесь много разных ситуаций, как жизни предсказуемые, так и ситуаций много разных быть. Ну, допустим, вот такой случай, что какое-то в семье семейное насилие, допустим. Жена пострадала от мужа. То есть она в ночное время может обратиться сюда непосредственно. В ночное время у нас здесь обязательно это охранник и плюс администратор. Грубо говоря, это ночной директор, так называемый. То есть он должен в любом случае эту женщину или мужчина, может быть, кто-то пострадал от насилия, в трудную жизненную ситуацию попал, он должен поместить, бокс у нас находится, и здесь в боксе, а уже утром, когда приходит руководство, уже принимается решение. Это первый путь. Второй путь, это у нас есть, мы взаимодействуем с общественными организациями. Это у нас и общество инвалидов, и женсовет в городе есть, органы здравоохранения, социальной защиты, и так далее. То есть вот эти все органы по ходатайству могут к нам обратиться. Так у нас и было. То есть у нас есть местное общество инвалидов, у них несколько тоже членов их инвалидов, они в трудную жизненную ситуацию, они пишут ходатайство на мое имя, что человек в такой-то ситуации, то есть, допустим, человек одинок, у него умирает близкий родственник, он в трудной такой жизненной ситуации, психологически ему, трудно даже в квартире находиться, ему какое-то общение надо, работа психологом и так далее. То есть вот они обратились, после этого этот человек пишет заявление на мое имя, он берет справку медицинскую, что у него нет туберкулеза, инфекционных заболеваний, каких-то карантинных инфекционных заболеваний. И после этого, помещается к нам, и одновременно мы с ним начинаем работать. То есть у нас есть психолог, который непосредственно уже смотрит, какая ситуация, что человеку. Начинает работать социальный работник с ним. То есть что социальный работник? Социальный работник может помочь восстановить документы. Второй случай, допустим, мы уже обращались, это в трудоустройство. То есть письмо ходатайства за моей подписью, что вот такой-то человек попал в трудную жизненную ситуацию, просим начать ему или подыскать работу, или поставить его на биржу труда как безработного, то есть пособие и так далее. То есть, практически-то мы еще месяц работаем, но вот такие уже наработки есть, и мы действуем в нужном направлении.